А тут дырка такой, видите, нет, дырка. Такой задира тут. Ужас, мана какой-то тут. Эй, слушай, шайтан какой-то дырка тут сделал, прокусил, да? Ржавое все. Значит, вода туда попадала как-то. Ну, либо вода попадала, либо что еще может быть? Долго когда стоял, он же долго стоял, может как-то что-то так вот. Больно. Сейчас я его вытащу туда. Пыльник этот. Лучше, конечно, не портить его, мало ли что. Такой, этот мягенький, вообще офигенный. Хрен знает. Ну, вот тут надо попытаться сейчас выдернуть. А тут кое-какая проблемка обнаружилась, косячок. Смотрите, что-то сюда попало. Видите? Промяло и сместило вот так вовнутрь. Прикиньте. Нифига себе. Вот отсюда... Вот до сюда промятыш. Ёлки-палки. Это вообще плохо. Скажем так. Скажем так, что это плохо. Да? Стопор тут что-то, блядь, как-то. Надо его попытаться провернуть, что-то он тут. Ключи какой-то. Ну, здесь вот тоже било, вот оно. А что же у них такое попало? Вот как может попасть вот сюда, вот? Между головкой и вот так, блядь, смять. Это пиздец. Вот это был удар нехилый. Ой, блядь, что за пилоты, я не понимаю. Где они, как они это все делают? Блядь, зажал тут буквально на... Вот чуть-чуть в этом месте. Не знаю, вырвет, не вырвет. Опасно вообще, писец как. Ну, а если за резьбу зажать, ее замнет. Блин, ну так тоже не вариант, конечно, но... ХЗ, короче, даже... Даже и не знаю, как лучше сделать. Очково вырвать может. Мне бы вот это место подправить просто. Ну ладно, сейчас чуть попробуем.
Ну, вмятина вот прямо отсюда, смотрите, и вот так вот пошла, представляете? Это писец какой-то. Что у них туда могло попасть, я не понимаю. Малое продольное делаю. До конца, конечно, я убирать не буду. Мне нет смысла, просто чуть-чуть сделал. Но посмотрите, какой сектор, что у них попало. Видите? Вот отсюда до сюда. Представляете? Как вмяло. Вообще жесть. Сейчас надо как-то резец подобрать туда. Какой-то. Для того, чтобы как-то там все это подправить. Ну, не знаю, попробую вот так как-то подправить. Плохо видно. Вроде, что это такое было? Вроде пока не задевает. Боюсь, писец. Пока вроде касания нету. Пытаюсь пока. По десятке отвожу. Отдать бы каким-нибудь токарям, чтобы они сделали, но сегодня у нас пятница. Нигде это не сделать. Вот какие-то касания начались. Какие-то касания начались. Попробуем еще чуть-чуть. Начало чиркать уже, где вмятина. Резец, конечно, не очень правильный. Да, уже начинает сектор брать. Под одной десяткой отвожу, потому что ну нахер.
делать вроде чирка это уже. Это херня, надо как-то внутряк еще пройти. Вот это вопрос. Ну да, берет там, где погнуто. И все. Больше нигде. Нашел вот таких два когтя. Кто-то что-то делал подобное. И вот такие когти потом выкинули на бритоволом. Вот он должен туда поместиться и мне точкануть. Вот этот, кстати, заходит. Лучше вот этот, кстати, вот этот по-моему не так заточен, как тот. Нет, вот этот, конечно, он заточен, надо его подправить. Сейчас я пойду его вот это место подточу, чтобы оно ровное было. Я думаю, он меня спасет, этот коготь. Мне так кажется. Ну вот, я заправил коготь. Сейчас будем пробовать ставить его и пытаться что-то сделать им. Ну что, будем пробовать как-то. Я через камеру хочу смотреть, потому что ни хрена не вижу. Надо вначале примериться, а потом пробовать. Так, чудок. Угу. Вот так вот. Угу. Касание есть.
Что там, стружка что ли? Где-то перекатывается. Так. Угу, подклинивает. Ну что-то вроде получается. Что-то вроде. Фига там кривизна конская. Ну, почти что уже. Я в лупу смотрю. Ну, вроде...
Ну еще чуть-чуть есть, конечно. Надо еще немножко. Ну, наслышно. Видите, рывками. С рывками, значит, участками режет, правильно? Да, есть еще место. Прям видно, что шишак там есть. Какие-то понты еще есть, конечно, там. Можно еще немножко. Ну, почти что. Вторую сторону подправляю. Все, я думаю, что все нормально. Ну, хер знает, посмотрим. Ну, вот так получилось. Это мне не надо убирать. Ну, в смысле, я утоньшу всю гайку. Зачем? Чуть-чуть подправил вот так вот. Ну так, чисто для понтов. Здесь островато кромку оставил, блин. Ну сейчас пойду зажму, я просто наждачкой здесь спилю. В принципе, я думаю, что все будет окей. Ну вот так вот. Грунтанул еще разок. Вроде бы ничего так. Третий сорт не брак. Есть, конечно, какие-то тут косяки, но незначительные. Можно, конечно, блин, как-то покрасить, потом еще тут покрасить. Хрен знает. Вот из этих цилиндров опять тупик. Время
Ну, я сделал их 10:30. А помощники мои уже свалили. Если завтра они будут, и у меня будет завтра время, что там покопать хотят опять что-то, там непонятки какие-то. Надо посмотреть, что там копать. Если завтра соберем, ну а что, глизу надо помыть, этот собрать, и надо сверять их, ну, между собой цилиндры левый и справа, посмотреть в сжатом состоянии, в удлиненном состоянии, потому что что-то надо решать. Ну, меня такой вариант не устраивает, что это, блядь, что опять будет фронтал, мало ли, криво, косо. Потому что по факту мы с ними ничего не сделали, не укоротили, не удлинили. Вот, надо, короче, завтра их собрать, растянуть на всю, потом замерить длину, потом сжать, чтобы понять, они одинаковые или нет во всех положениях, сжатым, разжатым. Если что-то есть разница, записать какой чего, куда, и либо гайку торцануть, чтобы ход больше был, ну, либо торец здесь отрезать. Ну, что-то надо делать. Потому что, ну, это не вариант. Опять палец раздрочит в раме. Либо на всю фронтал вверх не поднимать никогда. Либо еще что-то. Все, загрунтовался. И на потом еще подгрунтую, если что. Лишь бы вот тут все было нормально. Эти места еще ничего с ним не делал. Тут даже привариваться. Поэтому сейчас это делать, ну, никакого смысла нету. Никакого смысла нету, тут еще даже поклянуть желательно вот эту факу-мазафаку. Еще дворить, обгорит все. Так примерно сделал, и хрен с ним. Вообще, по идее, можно вот так по границе потом открасить, только вот этот пятак. Ой, пластина. Ну, бля, я буду варить, краска, ну, может нагреться и отвалиться, вот чем все дело. Если бы не сильно грелась бы, то я бы по контуру так покрасил бы, потом обклеил бы и отдельно их, но это не факт. Поэтому как-то, блин, не очень охота это делать. Вот такая ситуация. И сепаратор надо ставить. Там песка просто ужас сколько. Просто ужас сколько песка. Вон он на зонтике. Вот он. Это просто жесть какая тут творится. Это бак мылся осенью. Вот это вот все за зиму. То есть с канистр, вот эта грязь. Вот сюда вот. Видите? Я покупал трактор, этого фильтра не было. То есть я его ставил. У них было все так. Поэтому ТНВД это умерший был. Вот видите, что здесь творится. Это просто ужас полнейшая. Сепаратор надо ставить. По идее.